Общественный телеканал ТБН «Россия» на протяжении 9 лет поддерживает благотворительную программу «Рождественская елка ангела», призванную соединить родителей с их детьми. В ближайший месяц волонтеры программы в разных регионах России посетят места лишения свободы с тем, чтобы осужденные могли написать поздравления со светлым праздником Рождества своим детям. Специально для этой цели напечатаны открытки, которые напомнят о теплоте родного дома, любви, важности семьи. А в декабре рождественские почтальоны начнут посещать детей, вручать им подарки от имени пап и мам, которые находятся в местах лишения свободы. Телеканал ТБН «Россия» поддерживает не первый год проект «Рождественская елка ангела», потому что мы видим, что это не просто благотворительный проект, но и также проект, который несет в себе социальную нагрузку, так как многие семьи уже восстановлены благодаря этому проекту, и дети на Рождество имеют возможность не только получить весточку и подарок от своих мам и пап, которые находятся в местах лишения свободы, но и также получить надежду. Надежду на то, что когда-нибудь мама и папа вернется. И сейчас на протяжении уже нескольких лет мы видим, как мамы и папы уже вернулись в эти семьи, и семьи восстановились, и дети обрели своих родителей. С более подробной информацией о благотворительной программе «Рождественская елка ангела» можно ознакомиться на сайте www.angelproject.ru.